Ну что, друзья, я снова вас приветствую на канале «Стройгарант Анапа». Меня зовут Алексей, эксперт по недвижимости. Сегодня вашему вниманию беспрецедентное видео. Такого на нашем канале еще ни разу не было. Я вам сейчас покажу, почему. Два дома на одном участке, два дома на одном фундаменте. Как это может быть? Смотрите, полетели! Мы с вами находимся в станице Гастагаевская на улице Лесная, 13А. Буквально в шаговой доступности. Здесь школа, детский садик, магазины. Рядом идет асфальтированная дорога. Рядом по этой же дороге идет газ, поэтому здесь газ будет. На данный момент здесь из коммуникаций 15 киловатт, вода центральная и индивидуальный септик. Ваш. Да, действительно, два дома на одном фундаменте. Выбирать можете вы. И обратите внимание, то, что мы можем строить не только из газоблока, из пеноблока, из кирпича, а также некоторые задавали, можем ли мы строить из керамзит-блока. Конечно же, можем. Это керамзит-блок. Данная конструкция дома позволяет выполнить здесь два проекта, 110 и 130. Это пока. Сейчас здесь у нас, как вы видите, нету ничего, но я вам, в принципе, могу немножечко объяснить. Значит, здесь у нас будет прихожая. Дальше вы проходите сюда, с левой стороны у вас спальня с эркерной системой, с правой стороны получается у нас санузел. Далее здесь будет лестничный марш, здесь будет кухня-гостиная, соответственно, кухонная зона, гостиная зона и, естественно, выход на террасу. Что у нас на террасе? Здесь есть бонусы в этом доме, на этой террасе. Здесь у нас бойлерная, это раз. Второе, подвал под всей террасой. И третье здесь, теплый пол по всему первому этажу. Здорово! А что касаемо планировки этих домов, то смотрите на нашем сайте, вот здесь, в разделе «Проекты». Данный дом, точнее два дома в одном, расположенные на участке 5 соток, выполнены будут декоративной штукатуркой 110 квадратных метров, 130 квадратных метров. Цена 110-ки 5950, цена 130-ки 6100. Выбирать вам! Ну что, друзья, вот я вам показал два дома в одном доме. С вами был Алексей. Подписываемся на наш канал, ставим жирный палец вверх. Звоним по этому номеру телефона, пишем сюда комментарии, мы будем на них отвечать. До новых встреч. Пока!